Даже днем я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной стало со мною вслед. Я так хочу, чтобы мои невозможные удивительные строки дарили свет. Лето, мама, лето, это здорово. Беседа живого человека с остаточной памятью погибшего – это одно. Но вот общение двух покойников – такого я не видел. Вообще-то со мной все хорошо. Да-да, конечно. Всем так кажется. Остаточное колебание. Но я, как специалист, могу смело заявить – вы, коллега мой, тоже погибли. Че ты несешь? Я жив-здоров. Да неужели? А импульсы, что я считываю из вашего мозгового импланта, сообщают, что майор Нечаев погиб. И довольно давно. Что вы на это скажете? Эх, а какое сейчас тут везде поле для опытов? А вот вы знаете, что я наблюдаю еще один сигнал, и это куда любопытнее. Он исходит напрямую. Что кремну головой высоты на страну мою войну, на леса, на луга, как цветы я так хочу. Чтобы легко не кончалось, чтобы оно за мной взялось, за мною свет, я так хочу. Чтобы мои невозможные удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, это звезды. Я буду со мной.